Неожиданный поворот в деле об убийстве 7-летней девочки в Алматы. Мачеха, обвиняемая в жестокой расправе над падчерицей, переложила вину на отца ребенка. Сегодня в суде Балжан Турлыбек заявила, гражданский супруг пошел купать дочь, а позже она обнаружила маленькую Карину в ванной без сознания. Напомню, чудовищная трагедия произошла полгода назад. На скамье подсудимых 47-летняя женщина. Корреспондент КТК Бахыт Кулюкасова внимательно следит за процессом. Ей слово. Очередная версия убийства 7-летней Карины прозвучала сегодня в суде. Почти 3 часа допрашивали главную подозреваемую мачеху Балжан Турлыбек. И женщина внезапно заявила, на самом деле малышку мог избить до смерти ее родной отец. Балжан Турлыбек зачитывала свою речь из тетради, держалась уверенно и всячески пыталась убедить судью, что не убивала ребенка. Ведь она ее любила, как родную дочь. Подсудимая вспоминает, с отцом девочки познакомилась, когда мужчина делал в ее квартире ремонт. Позже они стали жить вместе. В то время маленькую Карину воспитывала бабушка, но девочка часто убегала из дома. Тогда пара забрала ребенка к себе. Первого же дня Карина начала называть меня мамой. Я спросила у Бакена, ты научила? Он сказал, нет, она сама. Ну и я стала тоже ее дочерью называть. Одевала ее каждый день в новое, в чистое. Каждый день меняла ей одежду. Я каждый день ей покупала новые вещи. Вот, я ей купила игрушек, всю детскую игрушками обставила. Мы с ней куклам уже имена дали. Мачеха рассказывает, в день трагедии убиралась в квартире. У ребенка случилось недержание. Но женщина не стала купать падчерицу, а позвала ее отца. Спустя время зашла в ванную и обнаружила девочку без сознания. Но кто в итоге избил Карину до смерти? Предполагаемая преступница внятно ответить не смогла. Я начала пылесосить, и я видела, как Бакен проходил на балкон. Я ему кивнула, типа, купай. И говорю, не бей. Потом я закончила пылесосить. Слышу звук струи воды. Потом прошла до кухни, смотрю, Бакена нет. А ребенок... Она лежит вся круглая, вот так вот как-то скрученная. Женщина заявила, что ее сожитель часто избивал дочь, и девочка очень боялась отца. И я стала ругать Бакена. Это ужас, это какой-то ужас. Говорила тебе. А он вот так вот показал, говорит, давай с этим разберемся, подожди. Я говорю, что с этим разбираться? Что разбираться с этим? Ребенок умер, ты понимаешь? Ребенок умер. Что ты сейчас скажешь ментам? Как ты объяснишь ее побои? Как ты объяснишь? Сколько раз я тебе говорила? Сколько раз ты мне обещал не трогать ее? И он тут падает ко мне на колени передо мной и начинает просить, умолять, Жаном, пожалуйста, Жаном, не сдавай меня, я в тюрьме умру. Трагедия произошла почти полгода назад, и по версии следствия, именно мачеха била ребенка головой о батареи. У маленькой Карины случилось кровоизлияние в мозг. В этой истории поражает хладнокровие родного отца и мачехи. Родители даже не попытались спасти ребенку жизнь. Вместо того, чтобы вызвать скорую, женщина начала купать падчерицу, а сожитель якобы отправился в аптеку. Малышка скончалась до приезда врачей скорой помощи. Бахыт Кулюкасова, Дидар Илиев и Вячеслав Тимофеев. КТК Алматы.